Тут я заметил второй раз. Идешь через шорт на Б. Типа неплохой вариант. Но тут вопрос в том, как ты идешь. Окей, прочекал коннектор. Информацию. И зачем-то пошел апдаун. То, что один джангл. Вопрос. А нахрен ты пошел апдаун? Тебя не стоит. Начнем с того, что ты второй раз пошел через шорт, когда у тебя типа идут на Б, типа окей, нормальный сплит. Но в этот раз ты почему-то полез в апдаун. Вопрос, зачем? Ну, думал, что на раз уж я дал информацию о том, что джангл, скорее всего, прошел бы через в районе окна, поэтому решил пролезть, проверить. Окей, ладно, я давай тебе объясню, как это работает. Давай. Это работает следующим образом. Изначально ты не сразу бежишь, в принципе, по шорту, ты ждешь, пока у тебя начнется контакт под Б. Только тогда ты начинаешь выходить. И твоя главная задача — это зайти в спину типам на шорте. Тебе просто должно быть по барабану на коннектор и, ну, на типов в джангле. Твоя главная задача — просто пройти в шорт. То есть, ну да, ты смотришь, конечно же, с шорта, когда пробегаешь в коннектор, чтобы тебе не убили спину. Но твоя главная задача — это просто пройти в шорт и убить спину. Раз, два. А так у тебя получается, то есть зашел в апдаун, по итогу от этого импакта просто, ну, типа вообще ноль. Потому что, ну да, ты посмотрел в джангле, разбил джангл и все. Тут еще тут тип. Пошел пушить и убить. По факту мог к нему в спину зайти и убить. Да, ты мог просто убить его в спину. Тут помочь типам выйти. То, что у тебя там баклажаны твои тоже что-то как-то в бэхаусе сидят вчетвером и не хотят выходить. Помню, более-менее нормальный смог был. Ждали молик. Тут потихоньку идешь, распикиваешь. Сложишь на эту флешку, и ты почему-то останавливаешься стрелять. Хотя мог продолжить и мог с какой-то шальной пулей добить его. Я тоже об этом подумал, когда уже меня убили, такой не съел. Ну как бы, если ты видел оппонента, то просто продолжай стрелять. Как бы хуже уже не будет. Крыси, а потом оказалось, что они даже туда не доходили. Там один вандерфелл вас постоянно шел. Ну, это что-то хуже. Появляется у тебя понимание игры. Ну, тут кривой смок, я типа, не знаю, как бы ты мог спокойно дать этот смок и нормально вот сюда куда-нибудь. Просто выходишь и даешь рикошетом. Так я же наоборот дал смок, чтобы закрыть пространство. Ну, ты его мог дальше дать. Просто так ты не закрываешь шоу. Там видно будет проход. А, все, хорошо. Тут... Тебя разменяли тут же, ничего такого. Тут у вас просто охрененные смоки, я не знаю. Смок сюда, смок за боксы. Ну так люди ж как? Стандартный смок на мид, вот примерно в эту точку накидается. А как уже правильно, неправильно, это уже второй вопрос. Ну ты сюда сюда. Приходишь в шорту. Приходишь типа. И тут тебе просто везёт, что тебя, типа, в коннекторе почему-то не убивают. Я просто это вообще не выкупил. А, он же стрелял, да. Я же почувствовал, что это стрелял, да. Ты чекаешь, слышишь, что типа... Ну, тут его не перестреляешь. Долго мы цевали, да. Цевали. Что делает? Вот. Вообще, как вариант, там можно было по-другому сыграть. Опять же, когда ты так убил типа на шорте, ты мог пытаться зайти в апдаун. И как раз уже убить типа в окне. Можно было так сыграть, а не идти под Б, потому что у тебя просто все равно никого не было под Б. И смысл от того, что ты зашел через шорт, мало что давал. Никакого. То есть тебе все равно как минимум еще надо было убить того оппонента, который был бы где-нибудь там в Б-планте. Ты ждешь. Убиваешь. Пошел в коннекты. Так, убил типа. Слышишь? Я не убил его. Ну, потому что, да, потому что начал смотреть что-то в фаер, а не наоборот слева от него. Из-за этого ты и не убил его. Если ты изначально так прицел бы на выход. Так я же сначала выходил еще в коннектор, а потом уже на фаер. Ты уже был за ящиком. Убил, слышишь? А, ну да. Вот, ты уже за ящиком. Да, твой прицел. Там... Да. И ты его слышал при этом. По шорту. А, вот, тут это просто эпик. Ты прошел по шорту и потом разворачиваешь коннектор, и у тебя. Да, и чувак сам не смотрит никуда. Вопрос.
Нафига ты смотрел в сторону коннектора, когда ты уже зашел на шорт? А вдруг подожмет? Какой в пизду вдруг подожмет, блядь? Ты вышел уже на Б, блядь, тебе надо убивать типов, блядь, тут. А не смотреть в коннектор. Ты просто... Понимаешь, что тебе просто повезло, что они вообще не смотрели в этом. Во-первых, тебя. Я понимаю. Это во-первых. Когда во-вторых... Когда я его убивал, не... И во-вторых, ты просто прошел кучу таймингов, то есть ты мог убить сразу этих двоих без проблем, у тебя тиммейты могли выйти раньше. Их там похоронили просто. То есть как бы... Тебя одного ты убил в спину, но второй уже... При этом ты второго мог также достать вне позиции на тачке. У тебя, правда, там тиммейты всех положили. Вот. То есть как бы, когда ты уже вот здесь, блядь, вот здесь стоишь, твое дело уже не смотреть в коннектор, ты уже все, ты уже прошел. Вот, тебе коннектор не опасен. Тебе опаснее люди, которые уже вот здесь вот, находятся в этой области. То есть твоя задача смотреть на типов в Б-планете там наш. Мол, здесь стоять, здесь, здесь. Тем более они просто не ожидали вообще такого прохода. А так, по сути, весь проход. Пошел катун под хвост. Обосрался. Ну и плюс тут вообще какой-то смотрел в сторону. Шорта опять, когда у тебя. Прошел кичин уходил. О, тут, кстати, тоже неплохой момент. Вот так вот лучше никогда не смотри. Тут уже твоя задача в джангле уже не смотреть, кто идет там в кичине. Просто смотреть вход. Если что, дать инфу, что кто-то прошел на КТ. Потому что вот сейчас, кстати, так удачно отвернулся, и если бы кип шел бы с оружием в руках, он мог тебя убить вообще в бок. То, что он тебя видел бы в кичине. Ну тут. Еще вот. Перезарядка, конечно, блин. Если бы ты хотел залезть, то бы тебя так пимал на перезарядке бы. Так, тут постреливаешь смог. Причем смог начинает развеиваться, и ты стычешь гранатами. Я как бы... Его на каре не было, блин. Да, слышу, как тип убежал. И тут ты делаешь небольшую ошибку. Тебе не обязательно было падать. Может... Ты мог не падать. Тем самым бы ты не открылся бы вот под того типа. Да, понял, вижу. То есть вот эту позицию в углу ты можешь всегда убить. Там почти всегда будет видно, типа, именно с балкона еще. Здесь прямо он не в самом углу стоит. Так получается, просто упал, убил, да, типа, но тебя тут же разменяли было. Вот, меня все время интересовал вот этот момент. Почему ты встаешь сюда и с ножом в руках? То есть, ну точнее, почему сюда ты встаешь, я понимаю. Я понимаю, почему ты сюда встаешь, чтобы услышать типов, но для этого не нужно сюда вставать. Ты можешь просто. Проблема в том, что если я встану в пленте, я их не услышу, я только могу их увидеть. И по гранатам понять, что идут. А здесь я идеально прям слышу. Ты может, можешь вот есть? Так вот на шифте идти сюда, на шорт. Они вот здесь просто стоять. Ты здесь обычно стоишь чуть ли не до минуты 30. То есть по таймингам уже минут 30 никто не будет топать. Здесь будут топать до минуты 40, где-то так вот. Вот. То есть, как я, например, играю, я все время иду просто уже начиная от колонны на шифте, чтобы услышать как раз таки оппонентов и дать своему тиммейту инфу. Вот. Плюс у тебя все время еще проблема с инфой, то, что ты говоришь, что там один под Б, хотя на самом деле там топает 2, а то и 3 человека. То есть тоже. Так нет, я говорю 2-3, если слышу много топота. Ну сейчас много топота было. Ну, это вот. Я и говорю. При этом ты, кстати, еще сказал 2-3. Продолжаешь смотреть, то ты не пойми, куда в стену. Хотя да, ты уже слышал то, что они уже вот пробегают у тебя за спиной прям активно. Слышал двоих, вот увидел, одного убиваешь. И тут ты начинаешь, я не знаю, что делать. Вот тут просто крутиться. Вот как раз это один. Нет, один из моментов, когда я просто отключился какой-то там. Ну, тут в этой ситуации все просто. Ты видел, что двоих, два типа упали. Ты одного убиваешь, все, второй тип, скорее всего, где-то за сайдом бегает. Вот. Твоя задача не вот так вот тут стоять в углу и крутиться, а тебе надо было постараться как-то сыграть. Мог остаться и на шорте, пытаться его как-то отыграть вокруг столба, если что, там, помансовать на время для своих тиммейтов. Мог бы, конечно, проявить инициативу, там, на шорте пытаться подойти к сайду и подождать, пока чел начнет просто плантить. Потому что он все равно там, блин, отбегал весь сайд вот так вот, чтобы тебя увидеть здесь. Естественно, у тебя было время вот так вот типа, на шорте. Вот, первый момент. Ну и второй момент, он, тип, опять же, раш по шорту, если ты шел просто на шифте бы вот так вот, ты мог бы услышать и типов здесь, и уже давно быть вот где-нибудь здесь. И убить вот этого типулю чуть раньше, чем он твоего тиммейта. Так, по итогу он уже даже апдаун знает.
Причем самое интересное, он, ты идешь боком как даун. Пускай его уже не было в апдауне, но он мог просто так разбить вент этот и уже стоять спокойно смотреть на выход с шарта. Как бы сделал любой нормальный человек. Он просто упал в окно. Как бы и убил бы тебя в бок. Так что всегда чекай вот такие моменты. Так. Как-то они вообще помогут. Тут вроде рофлина будет выход, если я не помню. Типа... Вижу, я понимаю, что убью. Меня каким-то чудом не убивают, перезаряжаюсь. А, тут тебя убивают спину, потому что у тебя тиммейт умер под Б. Да, я это не заметил. Как бы... Может, так у тебя не убивали с Б-хауса. Отрепитик. Не только. Всегда встаешь к этой стене. У этой стены тебя не видно Б-хауса. А, ну да, меня тогда это не так. Ну вот смотри, какая ситуация. Когда ты вот так стоишь один, тебе надо анализировать карту. Если видишь, что у тебя никого нет на миде, соответственно, тебе надо встать так, чтобы тебе не было видно с шарта того же, если ты хочешь смотреть Б-хаус. Но, в принципе, тебе надо играть это аккуратно. В таком случае люди все время играют из-за сайда. Если у них даже есть АВП, то вообще там с кичена. Прям самый... Прям такой вариант еще есть, ну, на тачке сыграть. Но тогда ты шорт все равно не смотришь, и типы могут сейчас спокойно занять позиции ближние. Вот. Но вот так вот играть в планте, тут, ну это вообще это гиблые места, потому что тебя видно будет шарта, если тебя типа, будут сплитить. Что могу сказать? Есть вопросы к стрельбе все равно, особенно с эмки, как мы могли заметить. По раунду, когда ты стрелял с коннектора, с шарта в коннектор, с эмкой еще есть моменты, поэтому совет, начни играть с эской, с ней будет попроще играть. И плюс ее апнули, за счет того, что там 25 патрон, 2900 стоит. Хорошо. Вот, попробуй с ней, как бы с ней. Не люблю ее, но давай Ну, ее проще на контроле там. Ну это да, потому что у нее заджим гораздо выше идет, чем мы. Вот. Ну и потом на мини-карту обращаю внимание. В первой игре тоже было немало моментов, когда у тебя там типы запушили Б-хаус, ты продолжал смотреть с шарта Б-хаус, хотя там уже никого как бы не было и был выход с нуна. Ну и опять же, когда ты за теров занимаешь шорт пистолетки, смотри в сторону шарта, не в сторону коннектора, когда ты уже вот находишься в этой области. Когда ты уже здесь, все. А если стреляют со стороны коннектора? Шанс, что тебя убьют с коннектора, даже в спину тебя надо... навряд ли. Скорее даже, что тип просто придет с шарта и тебя и убьет как раз в спину. Потому что я тут представляю, какие стрелки будут в спину с шарта. Тьфу, с коннектора. Так что как-то так.